Всем доброго времени суток. Особый привет друзьям, подписчикам канала. Сегодня у нас снова анбоксинг. Сегодня пришел буквально с полчаса назад, наверное, получил инструмент нахлыстовый. Сейчас маленько это дело мы откроем и покажу, что же это за зверь. Сразу скажу, что инструмент достаточно бюджетный. Ворвался совершенно случайно. То есть, сами знаете, сколько одни часочки стоят. Не знаю, как по качеству, пока не открывал, не смотрел. Но это от фирмы Касадака. То есть, такая посылочка. Сейчас я ее открою, камеру переставлю. И немножко будет предыстории, в принципе, зачем. Или, так скажем, козебаян, да? То есть, вроде я от нахлыста маленько далек. Но, тем не менее, с чего все начиналось, с чем все закончилось. И даже боюсь себе представить, чем закончится все окончательно. Наверное, либо уходом в нахлыст, либо там вязание мушек, не знаю, будет видно. Ладно. Ну что, посылочку с помощью хитрого инструмента я уже вскрыл. Что мы внутри имеем? Посылочка достаточно такая, вроде как объемная. Здесь такая вот упаковочка с картона. Сейчас мы ее быстренько открываем. И внутри мы видим вот такой вот наборчик. Что же это такое? Это набор нахлыстового инструмента. В блистере никаких лишних изысков, никаких кожаных чехлов, ничего. То есть искал, сначала-то я, в принципе, искал все тисочки, да, потому что все остальное можно как-то там докупить или еще что-то такое. Ну, цены, соответственно, достаточно, так скажем, не очень приемлемые. Ну, а здесь совершенно случайно нарвался вот на такой набор. То есть в этом наборе практически все, что для первого времени необходимо, здесь все есть. Ну, теперь маленько скажу, зачем это все и как я до этого докатился. Значит, началось все так скажем, с увлечения микровертушками. То есть начал делать я вот такие, я уже показывал, как-то вот такие вот микровертушечки, нихренасечки называются. И для того, чтобы она нормально работала, да, была необходима мушка. Я делал вот такие вот мушки, тут с кембрика, с шерсти, вот такие вот микровертушечки. Такие вот микровертушечки получаются. То есть и для того, чтобы как-то более-менее вменяемо связать эти мушки на крючках, начал озадачиваться, что все-таки хочешь не хочешь, а хотя бы тисочки должны быть. Потом откопал свою тинкару, вспомнил, что она у меня есть, заказал вот таких вот мушек тинкариных, это кибари. То есть это я тоже уже показывал. Ну и в результате начал пробовать, значит, вязать кое-чего здесь сам. Здесь вот у меня вот кибари, сакаса кибари такой на руках связано. Здесь вот пытался связать что-то вроде как типа муравья. Но это все на руках с обыкновенных швейных ниток, с перьев, которые надергал там у соседского петуха. И тому подобное. И вот помаленечку как-то я дошел до того, созрел, что все-таки инструмент не нужен. Здесь вот, в принципе, как я уже говорил, здесь все, что нужно. То есть тиски есть, ножницы, здесь у нас вот перодержатели два штуки, да, дабинговая игла, скручиватель дабинга, тут катушкодержатель один есть, ну катушкодержатель, наверное, все-таки придется там докупить, узлая, снитковый вдеватель, а вот эта вот хрень, я даже, если честно, не знаю, как она называется, знаю, что там перышки, это, ну, не суть важно, разберемся. То есть, цена вопроса всего 1000, по-моему, 150 рублей, ну, за эти деньги вы получаете вот такой вот, в принципе, уже готовый набор, да, для того, чтобы начать творить. Что вы там уже дальше будете творить, это уже, как говорится, кому как. Вот такой, в принципе, небольшой обзорчик. Затем я все это распакую, посмотрю, погляжу, где, чего. Ну, сразу скажу, что бобин-держатель, никаких тут керамических вставок, ничего нету. Ну, а как он себя покажет в работе, здесь посмотрим. Ну, думаю, все будет
лучше и проще, да, чем вязать там на пальцах, сидеть там на коленке, вот так вот чего-то делать. Ну, а не знаю, буду, не буду снимать, что у меня будет из этого получаться. Ну, сначала навяжу, наверное, тройничков, мушек на тройнички, на микроблесны свои, чтобы дальше продолжить их делать, потому что я там материал-то набрал, но вот все стопорится из-за этих мушек. Сейчас, думаю, мушек я навяжу, и дальше буду делать маленькие свои нихренасечки для яйца, для уклейки, для ультралайта. Возможно, будут какие-то даже стримерочки, возможно, будут там еще что-то такое. Кибари, конечно, навяжу, потому что все-таки я тинкарой как-то решил озадачиться по-серьезному, тем более рыбки у нас тут, ельчик такой достаточно крупненький, хорошенький, места такие хорошие. Плотва есть, ну, может, даже попробую как-нибудь и на карасика. Значит, еще раз напомню, Касадака, ссылку на инструмент, ссылку на магазин я под видео оставлю. Там зайдете, посмотрите. Кроме того, там есть и другие наборы, есть точно такие же, только без тисков. Есть там и походные какие-то, и цены, я вам скажу, достаточно приятные. Дешевле даже, чем я вот смотрел на Алиэкспрессе, там лазил, ну, когда задачился этой темой. То есть, не знаю, я говорю, как по качеству, я еще вот шибко-то в этом не соображаю, где что, возможно, это вот самый простейший какой-то, да, но для начала, я думаю, за глаза, а если вы не будете серьезно увлекаться, если вам надо будет там за зиму связать 10-20 мушек или там на тройники там привязать там 10-20 там тройничков опушить, да, ну, зачем покупать там за 5, за 7, за 8 тысяч набор, который у вас будет практически там содействован, ну, неделю там в году. Поэтому думаю, что, вот, не знаю, это лично мое мнение, думаю, что вот такое вот для начала или, так скажем, для непрофессионального там вязания самое оно. Там пришли еще, у меня есть две посылочки, там, возможно, сегодня даже обзорчик сниму, там для кое-что из материалов. То есть брал я их не для того, что вот именно что материала нет, а вот именно чтобы посмотреть, потрогать, что это такое, как это такое, да, и чем это можно заменить. Потому что посмотрел цены на все эти нахлыстовые прибамбасы, достаточно, скажем так, кусаются. Ну вот, в принципе, все, что хотел сказать по инструменту, как он себя в работе покажет, там будет видно. Как я уже сказал, ссылочки там все на внизу оставлю под видео, заходите, смотрите, может, кому-то тоже пригодится. Фотографии там, описание или еще что, в группе ВКонтакте я выложу там на страничке у себя, в Инстаграме можно будет посмотреть, ну и так далее. Вот такой получился небольшой обзорчик. Значит, еще раз напомню, Касадака, набор инструмента. Все здесь в одно, все в блистере. Ну, все-таки надо будет, наверное, какую-то коробушечку под это дело завести. Потому что, смотрю, у меня там начинает помаленьку накапливаться. В принципе, вот, не знаю, если вы не профессиональный какой-то вязальщик, и на первое время, думаю, такого набора хватит, ну, за глаза. Ну, не думаю, что нужно покупать там какой-то набор там за 3, за 4, за 5, там, за 12 тысяч, да, чтобы все эти понтоваться. Вот у меня набор такой. Я на нем 3 мушки связал за год. Вот как-то так. Думаю, кому-то будет это полезно. Если что-то, кто-то может что-то подсказать или еще что, оставляем комментарии, подписываемся на канал. Лайки, дизлайки, все как обычно. На этом всем пока.